Но я бы хотела начать с глобального рынка электронной коммерции. Этот рынок растет очень высокими темпами. $3,5 триллиона его объем. А если мы возьмем трансграничную электронную торговлю, то есть когда покупатель и продавец находятся в разных странах, это примерно треть от всего глобального рынка электронной коммерции. Это примерно 1 триллион. Это очень большая цифра. А что же из себя представляет наш российский онлайн-экспорт по отношению к этому триллиону? По оценкам экспертов, в 2018 году $740 миллионов занимал этот рынок. Вы понимаете, это ничтожно маленькая цифра по сравнению с объемом всего рынка. Но есть и хорошая новость. 2 года назад этот рынок был еще меньше, и он практически удвоился за этот период. То есть экспорт по каналам онлайн-торговли растет из России, растет высокими темпами, но тем не менее пока мы еще занимаем очень маленькую долю от этого рынка. Конечно, необходимы усилия для того, чтобы в полной мере использовать те возможности, которые для российских предпринимателей открывает глобальная трансграничная электронная торговля. Я вижу, что за последние несколько лет очень большие усилия прикладываются со стороны и российского экспортного центра, и многих компаний. DHL Express здесь не исключение. Вообще наша миссия – это способствовать развитию международной торговли. И здесь, в России, мы общаемся очень активно с предпринимателями, рассказываем о тех возможностях, которые открывает выход на экспортные рынки. Даем инструменты и помогаем выйти на экспортные рынки и максимизировать продажи. Причем мы не ограничиваемся только логистической составляющей, будучи логистической компанией. Мы проводим, например, аудит сайта. Это методология, разработанная нами, которая позволяет нам оценить трафик, его источники, оценить потенциал продаж в разные страны, а также дать рекомендации, что нужно сделать для того, чтобы использовать этот потенциал и максимизировать свой коммерческий результат. Это помогает повысить конверсию трафика в продаже, повысить средний чек и повысить количество повторных покупок. Причем мы это делаем совершенно бесплатно. Все наши коммерческие представители, работающие от Калининграда до Владивостока на территории России, обучены этой методологии и активно взаимодействуют с предпринимателями в соответствующих регионах и городах для того, чтобы показать, что нужно сделать и как выйти и начать продавать по каналам онлайн зарубежным покупателям. Добиться успеха с экспортом может любая компания, как малый предприниматель, так и большие компании. И у нас есть уже истории успеха из абсолютно разных сегментов и отраслевых, и как среди крупных предпринимателей, так и среди малых. Один из первых проектов, который мы запустили, это был уже очень давно, 2014 год, интернет-магазин «Озон» вышел на экспорт в 2014 году. Есть и примеры среди малых предпринимателей. Это из различных регионов дизайнеры, которые продают модную одежду, обувь, аксессуары. Есть еще одна компания, например, из Самары, продающая фотофоны. Это компания уже выходила на экспортный рынок до того, как мы с ней познакомились, но могла обслужить лишь покупателей, профессиональных фотографов, которые достаточно заранее получали заказ от своих клиентов. А вот тех, кто получал его не заранее, там, за 2-3 дня, они не могли обслужить, потому что невозможно было доставить товар в другую страну настолько быстро. Но вот как раз, когда мы познакомились, мы рассказали о всех возможностях, сделали также для них аудит сайта, начали сотрудничество, и сейчас компания продает гораздо больше, потому что может предложить доставку своей продукции до зарубежных покупателей уже на второй-третий рабочий день в любую точку мира, используя услугу DHL Express. С этой компанией в Инстаграме мы сделали лайвстрим, рассказав их покупателям о том, как покупателям использовать все возможности доставки DHL Express для того, чтобы им было более удобно и более комфортно взаимодействовать с продавцом. Возможности есть, они большие, практически из любого сегмента бизнеса, любой отрасли предприниматель может достигнуть успеха, а мы со своей стороны готовы делиться экспертизой, опытом, которая накоплена по всему миру, и помогать нашим российским предпринимателям добиваться успеха при экспорте. Предстоит еще очень большая работа по развитию этого рынка, как информационная работа с предпринимателями, так и законодательная. Одним из основных законодательных барьеров, которые существовал и существует пока еще, является невозможность применить нулевой НДС
при розничном экспорте. Это можно сделать при B2B экспорте, когда есть большой контракт, а вот при розничном это пока не было возможно. Примерно 2 года назад группа инициаторов, в составе которых была и компания DHL Express, предложили поправки к налоговому кодексу для того, чтобы устранить это неравенство и помочь нашим экспортерам сделать свою продукцию более конкурентоспособной на экспортных рынках. И вот на данный момент эта работа завершена, и по нашим ожиданиям и, собственно, тому, что было объявлено уже, это прозвучало в средствах массовой информации, с апреля 2020 года российские розничные экспортеры смогут применять также нулевую ставку НДС. И это прекрасная новость, которая стимулирует развитие этого рынка.